На площадке многофункционального центра «Мои документы» в Якутске прошла акция по оформлению загранпаспорта нового поколения. Желающие смогли оформить услугу в электронной форме, тут же пройти процедуру снятия отпечатков пальцев и цифровое фотографирование радужной оболочки сетчатки глаз. Совместное мероприятие по оформлению загранпаспорта МВД и МФЦ проводят впервые с целью популяризации электронных услуг. При подаче заявления уменьшаются сроки оказания услуги. Также при оплате госпошлины через портал предусматривается скидка в 30%. Эта акция вызвала очень большой резонанс. К нам звонили с вчерашнего дня, поступило очень много звонков, очень много вопросов от людей. То есть люди действительно заинтересовались и оценили все удобства. В этой акции мы совместили полезное, то есть человек приходит к нам, получает услугу. Если он не был зарегистрирован на портале, он проходит регистрацию, получает услугу, с него сразу же снимают биометрические данные, и второй раз он подходит уже за готовым документом в МВД. То есть это будет быстрее и удобнее.